Всем привет, вы на канале Swim Fast Pro. И с вами новости плавания. Сегодня у нас очень объемный выпуск. Будет интересно, поэтому смотрите видео до конца, а мы начинаем. Буквально на днях, а именно 9 июля, двукратному чемпиону мира и трехкратному чемпиону Европы, а именно Клименту Колесникову, исполнилось 20 лет. Мои поздравления, желаю крепкого здоровья и дальнейших успехов. Последствия пандемии не остались незамеченными. В Британии запретили стиль баттерфляй. И ведь неудивительно, ведь это самый зрелищный и агрессивный вид плавания. Британские медики считают, что использование подобной техники может привести к увеличению скорости распространения коронавирусной инфекции. Причина – огромное количество брызг и волн. А что думаете вы по этому поводу? Напишите в комментариях. Но есть и положительные новости. Стало известно, что 20-летняя трехкратная чемпионка мира Ликако Эке излечилась от лейкемии. Недавно она сообщила, что уже приступила к тренировочному процессу и планирует выступить на Олимпиаде в Токио в 2021 году. Желаем ей крепкого здоровья и удачи! Призер Олимпиады 2012 года в Лондоне Андрей Гречин возобновил свою спортивную карьеру. На данный момент ему 32 года. Но при этом он рад сообщить, что хочет выступить на чемпионате России, который будет являться квалифицированным к играм в Токио. На данный момент он усердно тренируется и готовится к чемпионату России. Ну что ж, пожелаем Андрею удачи! Также из хороших новостей я рада вам сообщить, что министр спорта Олег Матыцин рекомендует возобновить проведение всероссийских и межрегиональных соревнований в субъектах Российской Федерации. 8 июля он подписал приказ, в соответствии с которым необходимо провести и организовать все соревнования, но только в соответствии методических решений Роспотребнадзора. Для допуска к соревнованиям необходимо предоставить отрицательный тест на новую коронавирусную инфекцию не менее чем за 72 часа до начала стартов. А вот пловцы мирового уровня всерьез задумываются о тренировках на открытой воде. Сара Шёстром уже месяц тренируется на открытой воде, и ей это очень нравится. Ну что ж, а на этом пока все. Не забудь поставить лайк и подписаться на канал. До скорой встречи, всем пока-пока!